кто будет показывать музыкальный фристайл от команды КВН Sold Out. Под ваши аплодисменты! Представьте отчетный концерт детского сада. Наши дети приготовят для вас отчетные концерты. Садика «Гордый петух». Они очень сильно волнуются. Давайте же послушаем, что они сочинили вместе с вами. Первый участник — Славик. Давай, Славик, давай. Давай, сынок. Опять промазал весь в отца. Сюда снимай, я тебе говорю. Снимаю я. Белая ночь опустилась, как облако. Мама опять по кухне ползет. Знала б она, что платьице новое не пустит на днём, пусть не будет днём. Молодец, сынок! Чтобы я еще раз на тебя сына оставила, ты чему его учишь? Все, я обиделась. Дорогая, на правду не обижаются? Дома поговорим, снимай! Что снимать он ушел? Так, а следующая наша участница — Настенька, красавица. Но не лучше Славика. Слава лучше. Мне не смешно. О, в детском саде темно. О, меня забывали. Там, меня забывали, мам. Но Настя было всего лишь 5 раз. За неделю. А сейчас выйдет наша гордость, орленок Хав. А вы, сыночек, родулька моя, смотрите, как на меня похож. Чё ты не хлопаешь, чё не хлопаешь, а это? Понял, да, кто тут нужен? Снова кидаю я деньги на ветер. Запах бензина, любимый мой Верди. Тебя я занижу, моя ты приора. Тебя я люблю, и с тобой я таксую. Кто тут тигр? Кто тут тигр? Молодец! А сейчас выступит наша самая талантливая девочка, Верочка. Ну, не талантливая, Славика. Славик лучше. Мой сын тоже. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день в детском садике. Вот и вся любовь, снимаю пальчики. Не, ну реально, сколько можно пить уже это дурацкое молоко с пенкой? Надоели эти комочки в каше? Да! Надоели эти порванные колготки! Да! Больше не сдавать денег на шторы! Да! Да! Бунт, 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 бунт! Эй, дайте я скажу, я уже 7 лет здесь работаю. Всем салам алейкум. Этот бокал молока за тех, кто порвал колготки в детском садике, и за всех, кто полег в детском саду. Молодец, брат. Ведь ведь я будет стараться.
Команда КВН sold out. Спасибо большое команде КВН sold out. Спасибо, ребятки.